Йо, братишки, короче, классная новость, только что проснулся, и, в общем, у меня был звонок, оказывается, ко мне идет подарок самого Гугла, угадайте, что это? Да, это серебряная кнопка на 100 тысяч, видите, у меня есть первая кнопка за мой канал Flash Positive Pranks, и сейчас у меня пришла вторая кнопка на канал Юрий Благополучный, сейчас подъедет курьер, в общем, я покажу вам распаковку этой кнопки, вообще, как происходит, как ее доставляют, может, что-то спрошу у того водила, который привез. Все, в общем, смотрим дальше, всех обнял. Вы лучшие. Не знаю, надо ли паспорт, не надо. Вообще взял на всякий случай с собой. Приходите вчера. Здрасте. Нужно срочно. Я приехал с утра. Кнопочка, ребята. Во сколько мне предупреждать? 10 было бы там. Во сколько мне нужно было предупреждать человека? В 6 утра? У меня тоже рабочий день начинается в 9. Нет. Да хоть за миллион. Нет. Здрасте вам. Все? Спасибо, что уронили. Вот так вот UPS доставляет коробки, ребят. Вон чувак, который принес кнопку, но уронил ее. Видите? Пошел. Блядь, надеюсь, он ее не разбил, дятел. Короче, вы видели, блин, он вообще офигел. Он взял и уронил кнопку, блядь, даже не поднял вообще. Первый раз, первая кнопка, которая мне пришла, вообще, там нормальный чувак был, даже улыбался. А этот просто доставил, получил подпись, в общем, и все. И, блядь, и свалил, с кем-то по телефону базарил. В общем, ребята, вот она кнопочка, сейчас я буду ее распаковывать, в общем, увидите, что внутри. Ну, там все стандартное, но все равно приятно, ребят, 100 тысяч так приятно, что вы смотрите, это просто бомба. Всем просто респект, всех обнял, сейчас буду распаковывать. Короче, будем распаковывать ее, да? Ну, они все стандартные, идут, черная коробка. О, визиточка сразу. Смотри, что это такое. Поздравляем с новым достижением. Мы рады вручить эту награду в знак признания ваших успехов. И хотим, чтобы в этом месте... Зак. Блин, не знаю, ребят. Почему она... Ну, короче, блин, она как-то странно открывается, но типа... Типа пофиг, можешь рвать надо. Всовываем. Так, есть, ребята, есть. Такая вот мягкая фигня, не знаю зачем. Ну, собственно, поздравления. На русском, кстати, в этот раз на русском. Поздравляем, вы набрали 100 тысяч подписчиков, это серьезный результат. В общем, это такая тоже на бумаге, прикольная штучка, в общем, приятно. И вот она, моя родная. Вот она, моя радость. Иди к папочке, моя прелесть. Па-па-па-пам. Па-па-па-пам. Не знаю, видно вам или не видно. Вот, Юрий Благополучный написано. YouTube, 100 тысяч subscribes. Теперь, блин, у меня две кнопки, это так круто. Ух ты. Смотрите, надышала, она сразу такая пошла штука. И, в общем, как-то так. Вот моя серебряная кнопка, которую я долго-долго ждал. Это какой-то сухой дезодорант вроде. Рекомендация. Не, что это такое? Тим. Ну, типа, стремитесь к золотой и бриллиантовой, насколько я понял. Ну, в общем, ребята, у меня теперь две кнопки. Это так приятно. Раз. Два. Блин, они так похожи, только это чуть замызганная уже такая. Это офигенски. Вот, я не знаю, видно, не видно. Ребят, это все благодаря вам. Реально, вот это вот, что я получил, это награда ваша, по сути, потому что вы меня смотрите. То есть это, конечно, поощрение мне за канал, за то, что я вкладывал в него всю свою энергию, силы, деньги, время, короче, все. Но вы смотрите, вы самые главные, в общем, ребята. Я всех обнял, вы самые лучшие. В общем, спасибо огромное за это. Двигаемся к миллиону. Понеслась.